А я не думаю о Навальном. Вообще, я два раза слышал фамилию. Это какой-то интернетный герой, который там живет в реальности интернета, и мы с ним никогда не соприкасались. Но я же не ходил на митинги, естественно, да, поскольку я вообще бесплатно не занимаюсь политикой. Ну, вы знаете, ничего не думаю. Ничего не думаю, но так вроде симпатичный. Вроде как бы и говорит хорошо. Другое дело, что мы прекрасно видели, мы все наблюдали за тем, как самым лучшим образом говорящие люди, самые порывные, самые высокие, самые офигительные, как только они выпивали первую рюмочку власти, вот как начинался этот мультик, да, как у них начинало корежить физиономию, как у них прорастали зеленые бородавки, а потом еще рюмочка власти, а потом еще. И глядишь, они уже ничем не отличаются от тех самых бородавчатых, осклизлых жаб, против которых они и прославились. Поэтому мне совершенно все равно. Вот замечательно, что есть харизматики, но надо помнить, что любой харизматик кончается в кремлевской столовой. OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.